Вернемся в Петербург. Проезд по южному участку ЗСД будет стоить 70 рублей, по северному – 80. Об этом журналистам рассказал сегодня гендиректор компании «Магистраль Северной столицы». Каждый участок будет поделен на три зоны. Платить можно будет за каждую по отдельности. Ночью дешевле. Планируется, что данные тарифы начнут действовать с 15 мая. Сейчас оплата за проезд по северному участку не взимается.